В качестве пожелания я хочу прочесть стихотворение, посвященное вот этим дням, скорбным дням Страстной Седмицы. Он сидел, был неподвижен, его почти застывший взгляд. Им Искуситель был унижен, и не было пути назад. Страх человечий подбирался, и капли слезы на песок срывались. Позади остался любимый сад, олив наискосок. За видимой стеной ограды до мочи он войдет туда, уже не ведая преграды для мессианского суда. И он прочтет, раскрыв страницы. Господень дух на мне, и вытянутся лица, и недовольство вспыхнет в стране. Закрыв Исаию, разомкнув уста, он молвит: «Здесь слышанное вами исполнилось». Отныне суета упразднена, и вдруг земля качнется под ногами.